Всем привет, друзья! Меня зовут Кирилл Антонов, и сегодня очередной выпуск, посвященный гитарам, которые я помогаю приобретать для жителей города Волгодонска. Итак, сегодня пришла гитара фирмы Cort. Сегодня мне очень приятно делать обзор на эту гитару, потому что я люблю качественные инструменты. И данный инструмент сделан из массива ситхинской ели. Ребята, акцент ставлю. Из массива ситхинской ели. То есть, да, верхняя дека сделана из настоящего дерева. Да, есть гитары, которые сделаны из фанеры, из шпона. И это все влияет на звук. Остальные части гитары сделаны из красного дерева. Это гриф, обечайки, задняя дека. Давайте посмотрим. Вот видите, как она... Какая красавица, да? Вкратце пробегусь по остальным элементам гитары. Колки закрытого типа. Очень мягкие и очень детально можно настроить гитару. Сами вертлюжки, они прорезинены и очень приятно текстурированы. Когда поворачиваешь, и вот, знаете, когда вот есть холодный металл, а есть прям резина, и прям вот так вот приятно. Это сделано качественно, молодцы. Передний порожек и задний порожек сделаны из кости. Это очень важно, ребята, это влияет на качество звучания. В основном используется пластик. Гитара формы Dreadnought. Акустика. Струны металлические, барабан большой. Отличие, конечно, от классики. Но давайте посмотрим, как она все-таки звучит и послушаем. На этом обзор окончен, и если вам нужна гитара, ребята, обращайтесь, я помогу вам подобрать гитару, привезти в Волгодонск, и вы сможете получить качественный и доработанный инструмент. Все гитары, которые проходят через меня, они доводятся до ума. Я гитару настраиваю и регулирую высоту струн, чтобы ученикам было удобно играть. Ну все, всем пока, до новых теплых встреч.